20 декабря 2015 года. Перегон от станции Юго-Западной до станции Тропарева Сокольнической линии метро закрыт. Станция Тропарева закрыта. Курсирует автобусный маршрут М от станции Юго-Западной до станции Тропарева. Участок метро закрыт в связи с подключением новых станций метро Румянцева и Саларьева. Уважаемые пассажиры, поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! От всей души желаем вам и вашим близким здоровья и благополучия, больше улыбок, радости и счастья! Ваш Мосгортранс! Также на один день сюда продлены маршруты с Новой Москвы, которые раньше как раз ходили тоже до Юго-Западной, пока не открыли Тропарёва. Сейчас день, в автобусе средняя наполняемость. Работают три парка на маршруте. Первый, девятый и ФАТ.
пассажиров. Автобус прибыл на конечную остановку станции метро Тропарёва. При выходе не забывайте свои вещи. На улицах города соблюдайте правила дорожного движения. Всего вам доброго. До новых встреч. Станция Тропарёва закрыта. Это остановка для высадки пассажиров с прибывающих автобусов со стороны юго-западной.